Всем привет, меня зовут Катя, я рада приветствовать вас на своем канале. И я снова иду в юбилей. Уважаемые зрители, двери номер 1722, все открыты для вашего входа. Уже как к себе домой, потому что сегодня состоится шоу-турнир «Русский вызов». Конечно же, я вам покажу, как здесь все происходит. Мы уже сидим на трибунах, и прямо напротив нас главная вывеска «Русского вызова», что очень-очень здорово. И мы сидим на пятом ряду, не на первом, как на Кубке Первого канала, но все же здесь даже очень близко к альбому. «Русский вызов» — это открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов. Организуется он Федерацией фигурного катания на коньках России совместно с Первым каналом. В этом году этот турнир проходил второй раз. Темой турнира стало «Культурное наследие России». В общем, у нас сейчас перерыв. Сначала, мне кажется, разгон брался такой по программе, потому что вначале было вот так, немножко не совсем понятно, что происходит, а дальше уже события развивались, и я даже не знаю, за кого голосовать, потому что сейчас проходит голосование зрителей. Это очень сложно. А еще здесь сидит Саша Трусова, Соня Самоделкина, Маша Левушкина. Где-то здесь еще есть Аня Щербакова. Вот такие вот дела. Все приехали поддерживать своих друзей и не только друзей. Кстати, а еще здесь жюри есть Сергей Безруков. И Андрей Мазалев выступал под стихотворение Сергея Есенина «Черный человек», который читает Сергей Безруков. Вот это вот что называется запрещенные приемы. А у Самсонова была программа про маму, где на фоне были нарезки фотографий его с его мамой, и он подарил ей букет и еще один запрещенный прием. Посмотрим, что будет дальше. Но очень интересно. Но про Стасю и Константинову мы не забываем. 20 лет. За то, что мне прямая неизбежность, прощение и обид, за всю мою безудержную нежность. Под круг по всей земле, под рубашами муки тянут. Thank you.
Получить.
шоу-турнир закончился. Здесь все сейчас кричат, конечно же, поздравления с любимым фигуристом, кричат Сашу, Сань, которые сидят вместе, ребята. Вера, она есть. Что касается результатов, это очень сложные эмоции, потому что если вы смотрели прямой эфир или были прямо здесь в юбилейном, видели эту реакцию, это было, конечно, трэш, но такова правда. Выиграл Алексей Ягудин. Потом жюри решили абсолютно нарушить правила, подавать по несколько наград фигуристам, хотя изначально только по одной можно было. Вот такие дела. И одна из членов жюри, Алла, фамилию не помню, сказала, что она так сказала, поэтому награда будет. Недаром один телеграм-канал правильно написал. Так, именно таким образом и нужно возвращать золотые медали за командник. В общем, пишите ваши комментарии по поводу вообще всего сезона, ну и, конечно же, русского вызова, потому что сезон 23-24 все закончился, это был последний турнир. Теперь будут разные шоу и тому подобное. А там Василиса Кагановская разговаривает с Сонечкой Самоделкиной. В общем, мы уже идем домой, все закончилось в этот раз. Очень, видимо, меня услышали, и я смогла сфотографироваться с фигуристами после мероприятия, но это, конечно, неорганизованное мероприятие, вот, и всех прогоняют, но все все равно стоят, это же фанаты фигурки. И самое удивительное, что у меня есть теперь автограф Александры Трусовой. Это получилось слегка неожиданно, и там до сих пор все окружают, но так как уже поздно, то есть после Кубка Первого канала еще было много времени, чтобы там стоять, сейчас уже нет. Метро скоро закроется, автобусы закроются, поэтому нужно спешить. И что можно сказать по поводу самого турнира? Ну, я не знаю, но выиграть два раза подряд, и чтобы все жюри тебе поставили, ну, почти все жюри, поставили там свои оценки, 3 балла, там 1, 2, 3 ставили для победителей. Ну, такое себе, мне кажется.